Ребята, всем привет, добро пожаловать на мой новый влог. Вообще, я уже не снимала, наверное, недели 2-3, поэтому я думаю, то, что сейчас нужно снимать. Сегодня у нас 16 июня, а значит, уже скоро экзамены. Это неделя 16 недель, то есть последняя, получается, в этом семестре учебная. И потом начинаются уже у всех экзамены. И также сегодня у меня будет экзамен с 7 до 9 вечера, поэтому я пошла к ним подготовиться. Я взяла с собой рюкзак, планшет, и сейчас куплю какой-нибудь напиток и, наверное, поучусь. Потом также у меня есть посылки, мне нужно их забрать, по-моему, 3 посылки. И потом, когда у меня пройдет экзамен, я поеду к девочкам в город. Потому что завтра мы пойдем гулять, я вам тоже это все буду снимать. Сейчас у нас на самом деле немножко жарковато, хотя вчера был дождь и какая-то пасмурная немножко погода. Вообще, этот семестр на самом деле прошел очень быстро, прям очень быстро. То есть я уже заканчиваю второй курс, уже в конце августа у меня будет короткий семестр, начнется у меня третий курс. Вообще, насчет экзаменов, у меня 21 числа будет экзамен по международной торговле, и 27 числа у меня будет последний экзамен по финансам. То есть у меня в итоге два экзамена будут офлайн, сегодня онлайн, еще был один экзамен, там нужно было написать 1000 иероглифов, я это уже вчера сдала, поэтому как бы у меня осталось только 3, 2 офлайн и 1 онлайн сегодня, поэтому как-то так. Все, ребят, я уже закончила, сейчас вышла, и сейчас я уже пойду на почту. Там пришли леггинсы, которые я себе заказывала. Вообще, до этого я сняла видео о распаковке Стабао, но оно, скорее всего, уже давно вышло. Мне там понравились некоторые вещи, то есть я заказала их повторно. То есть, например, леггинсы, я заказала еще 2 других цвета. Футболки также заказала, но они пока еще не пришли, они придут завтра, но у меня завтра здесь не будет, поэтому я заберу их потом. Поэтому сейчас заберу посылки, пойду в комнату. У меня еще осталось не очень много процентов на телефоне, поэтому его тоже нужно зарядить, и в 7 часов уже начнется экзамен. Экзамен закончился, и теперь я еду к девочкам. Доброе утро. Скоро будем кушать и поедем. Завтрак у Насти. Реально сняли весь вагон. Все, мы уже приехали. Сейчас поедем на такси. Да, Настя? Да. Как настроение? Сейчас сама. Кстати, Настя татуировку сделала. Красную. А, еще зайчика, да. QR-коды, ничего. Все, мы уже приехали. Тут мы купим билеты сейчас. И можно, по-моему, на этих машинках тоже уехать. Красиво, природа. Мы на следующем поедем. Будем смотреть оленей. Проходите дальше просто, проходите дальше. Очень долго. Инстакс. Вот так вот. Вот так. Оп. Да, сейчас поедем на вот этом паровозике. Да, паровозик. Как они несутся, типа? Да. А вот эта вещь, она просто получилась такая. Тоже клевая. Вот. Билеты проверяют.
это наши. Мы законно едем, легально. С билетами. Мы не зайцы. Чувствуется запах злой, да? Да. Едем туда, люди. Violence in your eyes, and it's a silent fighting. I see the lies in their mind, and you can't decide, cause they only blinding. Как тут красиво, ребят. Follow my advice, cause they're gonna be biting you. They're gonna kill if you let them through. Go, mommy, go. Все, мы ушли с водопада, теперь идем смотреть на оленей. Мы перекусим, но мы будем кушать в Икее. А сейчас просто перекусим. Вот такие вот цены в Китае. На полароид. Очень красивые фотки сейчас. Мы кушаем. Взяли бургеры. Курочку. Смотрите, белки. Они бегают. О, злая белка мутанта. Да, злая белка мутанта, она такая большая. Вот это вот место, тут олени все есть. И сегодня много людей, потому что суббота, но все равно тут очень красиво. И они настоящие, смотрите, они так близко. Красота. Все, ребят, время уже 3:30 дня. Мы сейчас вызвали такси и уже сейчас поедем в Икею, чтобы покушать. И, в принципе, все было на самом деле очень круто. Очень крутой парк, олени, водопад тоже очень классный. Поэтому мне все понравилось. Поэтому сейчас ждем такси, потому что с этого места немножко трудно уехать. Не трудно было приехать сюда, но трудно уехать немножко. Вот, поэтому, по-моему, такси стоит 102 юаня. На нас четверых это до Икеи, там примерно 7 километров. А так до сюда мы заплатили сколько? До сюда мы заплатили 36 юаней с 4 человек. А чтобы ехать... обратно? 102, да? 102 за 4. Да. Причем неважно, в какую часть города ты едешь. Очень странно. Ну что поделать, это того стоит. Все, такси приехало. Ура! Приехали кушать в Икею. Икея здесь очень большая. Тут есть много чего, фрикадельки. Потом вот сосиски есть. Вот такие вот. Ну, тут очень вкусные. Я давно тут не кушала. Потом так уже можно взять такой сет. Курочка. Есть креветки. В общем, есть грибной суп. Настя взяла такой грибной суп. Что-то китайское, острое. Я не знаю. Я взяла себе фрикадельки. Настя грибной суп. У нее лапша. Сосиска запах. Кока-кола. Тут салат. И у Насти курица карри, да? Соевая котлета. Соевая котлета, картошка, шашлык и еще этот брауни, да? Да. Можно мне шашлык, пожалуйста? Все, приятного аппетита вам. И кто смотрит это видео, может, тоже приятного аппетита. Мы пришли сюда. Вот, и Настя хочет сфоткаться с этим деревом. Очень красивое. Ну, конечно, уже выцветает, но все равно красиво. Вот сюда фоткаться я... Почему она так орёт?
Все, ребят, мы уже дома. И сейчас я уже поеду скоро в университет. Поэтому на этом этот день, скорее всего, закончится. Everything just feels like a test. I feel so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Tell me. Всем привет! Сегодня у нас 20 июня. Мы сейчас идем кушать. Потом будем готовиться с ней к экзаменам, потому что у нас экзамены завтра. У нее тоже экзамены, у меня тоже экзамен. Завтра в 1:30. И все. И потом у меня экзамен 27 числа. А у моего ли? У тебя когда экзамен? Завтра и 26. Да, и все. И мы заканчиваем. И 30 числа получается уже все. Вчера у нас был очень сильный дождь вечером, по-моему, всю ночь лил, да? Вот такая погода, немножко жарковато. Я надела вообще штаны. И мы сейчас идем в столовую, возьмем рис, потому что мы его давно не кушали. И потом также я хочу зайти на почту. И потом нужно готовиться к экзамену. Какое красивое небо тут. Все, мы пришли. Я закинула сюда 13 юаней. Не знаю, сколько мне сейчас. 13 юаней. Рис стоит на 0,4. Уже мало еды осталось, потому что время уже час. Что можно взять? Ой, я у тебя горя. Жанго, крика его. А у них нет пада? Что мало у них чего есть. Что очень странно. Все, мы уже взяли. В принципе, вообще недорого выходит. Примерно где-то 10 юаней. Вот тут курица, картошка, курица и овощи. Вот у Майлана вот так. И мы взяли еще колу. Все, мы уже покушали. Мы пришли на почту. И у нас пошел дождик мелкий. Как бы, да, было жарко, а сейчас уже дождик. Поэтому в Кульмине погода, конечно, не очень понятная. Да, Майлан? Все, ребят, я уже в комнате. С вами откроем первую посылку. Тут у меня получается обычная футболка. В распаковке я показывала такую же, только белую. Вот эту вот я заказала уже такую коричневую. Вот такая вот футболочка с своеобразным вырезом. Она очень прикольная и по качеству, в принципе, тоже хорошая. И вторая посылка, это у нас я заказывала стекло для телефона. Вот такое вот. Тут их, по-моему, 3 штуки. У меня просто это стекло, которое сейчас, оно уже немножко такое разбилось там внизу. Поэтому я подумала, что нужно заказать другое. Сейчас я хочу помыться и уже готовиться к экзамену по международной торговле, который у меня будет завтра. Весь экзамен, кстати, у меня будет на китайском языке. И 27 числа у меня будет экзамен по финансам на английском языке, потому что у нас пара как бы 2 языка, английский и китайский. Поэтому экзамен будет у нас на английском языке 27, а вот это будет на китайском. Вот так обычно все экзамены на китайском языке проходят, только та пара, у нас как бы 2 языка. Итак, я не знаю, я, по-моему, снимаю только когда мы с Майлоной куда-то идем. Сейчас у нас уже будет экзамен 13:08. У нее будет в одном здании, у меня будет в другом здании. И мы сейчас запоминаем имена учителей, потому что мы на бумажке на экзамене должны написать их имена. Вот, а это иногда у них сложные имена. Здание, где будет экзамен, и наше место также нужно написать. У меня 56-е место. А вообще мы, как иностранцы, мы всегда последние почему-то. Мы вышли с экзамена. Экзамен, в принципе, ну, был сложный, наверное. Вот, я не сделала вторую часть, там где-то 4 задания, потому что там нужно было все расписывать на китайском языке, а это, ну, сложновато. Другие задания тоже не были очень легкие. Мои одногруппники китайцы, они все быстро сдали, хотя еще есть 30 минут, но я вышла даже последняя. Это мой одногруппник, его не видно, но он тоже, как бы, мы только вышли. Тут поставили какую-то штучку. Какие красивые облака. И все, сейчас я иду в общагу уже обратно. Ребят, всем привет. Сегодня у нас уже 22 июня. Мы приехали снова в парк, в котором мы были с Майлоной. Только я уже приехала не с Майлоной. И когда я была в университете, девочка, с которой мы ходили на физру, она подарила мне вот такую штучку. Это специально для волос. Очень классно, очень красиво, она сама делает. Сегодня мы приехали сюда, но здесь очень много людей, потому что сегодня праздник драконьих лодок в Китае. Много людей, которые катаются на этих штучках. Но только ощущение, как будто сейчас пойдет дождь. А у многих кемпинг, как будто просто очень много палаток тут стоит, люди отдыхают. Классно, в общем. Мы приехали снова в университет, потому что там пошел дождь. И когда мы приехали, дождя нет. Ребят, я уже сходила в общагу, сейчас мы с Майлоной. Она тут, возле меня, если что. И мы сейчас пойдем кушать.
Мы взяли попить вот это, тут только два выбора. Почему только один сок? Он стоил, кстати, 15 юань. Потом мы взяли еду, вот эта курочка очень вкусная, она стоила тоже 15 юань, там можно выбрать. И вот этот вот хлеб, он стоил... Он, кстати, вкусный. Сколько стоил? А, 23 юань, да? 23. Все, ребят, я уже в комнате, мы с Майлоной покушали, я очень сильно наелась, у нас даже осталось. Тут еще осталось очень много хлеба. Вообще, я сказала, что он стоит 23 юань. Мы взяли такую большую лепешку. Вот, и у нас еще очень много осталось. Так, вообще, в Китае не очень любят хлеб. Тем более, мне кажется, на юге они обычно кушают рис. Но рис мне в последнее время как-то не очень хочется кушать. Поэтому, либо мы обычно кушаем лапшу, иногда только рис. Сегодня у нас уже 23 июня. Через 4 дня у меня будет экзамен, вторник. Поэтому сейчас я пришла в столовую, чтобы немножко поучиться. На улице у нас очень такой дождик. Прям весь день. Кстати, у нас вот такая вот большая книжка по финансам. Собрание закончилось, оно шло примерно сколько? Час с чем-то. Просто, да, 1:30. Просто мы просто так сидели. И все. И получается, сейчас мы пойдем кушать. На улице немножко жарко. Покушаем, потом мне нужно забрать очень много посылок. Прям реально много. И потом я, скорее всего, буду готовиться тоже к экзамену. Майлон, и завтра экзамен. Будь здоров. И у меня во вторник экзамен утром. Все, мы уже в столовой, взяли покушать. У меня тут рис, потом курочка, помидоры с яйцом, пюрешка, яйцо, рис. У Майлоны практически то же самое. Итак, ребят, сейчас у нас уже 2:30 дня. Я уже открыла все посылки там, посмотрела. И сейчас я хочу сходить закинуть деньги на карточку, потом прогуляться по магазинам, посмотреть, зайти, возможно, в Минисо, посмотреть, что там есть новенькое. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I feel so depressed when I can't. Мы уже приехали после озера, и тут, где университет, смотрите, тут есть такое вот заведение. В общем, тут продают вот такой вот сок, или это чай. И там только есть вот такой вот чай, как я знаю. То есть там нету огромного выбора. Вот, например, вот здесь, мне кажется, огромный выбор, а вот здесь только один чай. Не знаю, зачем это вам нужно знать, но просто как факт. Сейчас мы идем кушать, хотя время уже 10 часов. Смотрите, какие красивые цветочки. Они очень вкусно пахнут. Мы пришли покушать миссиен, только я не знаю, будут ли они быстро или долго готовить. Но прикольно, кстати, миссиен очень вкусно. Тут тоже есть очень много мест, где можно покушать, купить цветы, одежду. Ребят, у нас время уже 11, я уже сходила в международный офис подписать там одну бумажку. Ну и в международном офисе, кстати, очень прикольно, в этом году там сделали все новенькое. Вообще, завтра у меня будет последний экзамен, но на этой ноте я хочу закончить свое видео, потому что я начну уже снимать новое. И, скорее всего, кто подписан на Телеграм или Инстаграм, то вы уже знаете, о чем это видео. Ну, либо не знаете, но все равно можете подписаться. Поэтому я ловлю такие, знаете, моменты сейчас. И я сижу в университете, это очень спокойно, везде деревья. Поэтому я хочу закончить это видео. Надеюсь, что у вас очень классно проходит это лето. Все, надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставите ваши лайки, подпишитесь и напишите комментарий, потому что комментарий — это такая тоже мне отдача. И увидимся с вами уже в новом видео, которое будет не менее интересным, потому что я уже начну его снимать сейчас. Поэтому до скорых встреч, всем пока-пока. I knew this, when I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want.